Вот уже 12 лет в разных странах мира проводится международный юношеский турнир Volkswagen Junior Masters. Он проходит при поддержке марки Volkswagen. Побороться за выход в финальную часть турнира предстоит и воспитанникам Тверской детской юношеской школы Олимпийского резерва имени Юрия Михайлова. Игры отборочного национального тура пройдут в сентябре в Москве. А пока в рамках подготовки к турниру в 26 городах России проводятся мастер-классы с участием ведущих тренеров страны. В Тверь передать свой спортивный опыт и профессиональные знания юным футболистам приехал один из наставников женской молодежи сборной России Николай Кочешков. Этот мастер-класс служит как для подготовки этих команд к участию в этих соревнованиях, так и для привлечения просто большего количества детей к активным занятиям, как не банально, физической культурой и спортом, а футбол – наиболее доступный вид. Несмотря на юный возраст футболистов, а им всего 11-12 лет, на тренировке было все как у взрослых. Даже форма, которую организаторы мастер-класса подарили воспитанникам Тверской спортивной школы, очень похожа на форму сборной России. Да и сам турнир проводится строго по правилам FIFA, как в настоящем взрослом футболе. Участие в нем могут принимать только клубные команды. Среди них такие монстры российского футбола, как «Зенит», «Локомотив» и «ЦСКА». На мальчишек смотрят тренеры этих академий, запоминают их. Две цели, у мальчишек – это завоевать призовое место, естественно, и показать себя. В Твери турнир Volkswagen Junior Masters поддерживается официальным дилером салона Volkswagen Центр Маконавто. Для компании это не просто рекламная акция, но и по-настоящему социальный проект. Все много говорят о частных государственных партнерствах. Здесь это четко и ярко выражено. Есть государство, наша спортивная школа, которая является государством. Есть частная компания Маконавто, которая является дилером Volkswagen. И, наверное, при нашем взаимодействии мы проводим такие мероприятия, не только мастер-классы, но, наверное, и выезды спортсменов на турниры различные, приобретение экипировки. Тверские мальчишки уже в четвертый раз поборются за выход в международный этап турнира Volkswagen Junior Masters. Что такое победа, капитан тверской команды Никита Губко знает не понаслышке. Так что на вопрос, понравилась ли ребятам форма, отвечает со всей ответственностью. Но самое главное не форма, а победа.